Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И с чего бы хотелось начать? Ну, смотрите, давайте сразу к курсу, да? Помните, я вам сказал, что ослабление по рублю, судя по всему, продолжится. И вот мы увидели в итоге на 82.50. Я вам говорил, что мы можем выйти как раз на 82.50 по максимуму, но с большой вероятностью, что не будет пробоя, да? Особенно я думал, что все-таки такой вариант будет в основном на Форексе. Я не думал, что все-таки, скажем так, Центробанк отпустит практически свободное плавание. И я вам хочу сказать, что действительно так оно и произошло. Вот смотрите, если мы с вами сегодня посмотрим, да, видите, смотрите, доллар на самом деле, DXY, у нас снижался практически, да, то есть со вчерашних значений он снижался. 104.100, 104, и в принципе вот в районе 10.30 он вообще уже ушел у нас еще ниже, вплоть до 103. Почему? Потому что нефть падала, господа. Почему нефть падала, сейчас тоже вам расскажу. Значит, смотрите, если мы посмотрим с вами по доллару-рублю, да, это, подождите, облигации, секундочку. Вот смотрите, непосредственно по доллару-рублю. Здесь у нас ситуация была как раз к 10 часам, смотрите, все наоборот. Доллар у нас падает, а мы здесь наоборот растем. Вот здесь у нас доллар растет по отношению к рублю. То ли тут идет закупка какой-то валюты, то ли чего, потому что смотрите, если мы посмотрим непосредственно по юаню, здесь тоже картина в районе 10-10.30 только на рост. Никаких продаж не было. Вот здесь была какая-то в 9 часов, но не настолько серьезная. Ну и в самом начале, да, она вот тоже была там в районе еще ночи, да. Там 4,5 утра было. Ой, без 10,5 утра было. Вот. И, собственно говоря, после этого никаких интервенций особо не проводилось. То есть просто отпустили курс. Вот сейчас мы видим в районе 7 часов, полседьмого, да, вот здесь произошла какая-то фиксация. В общем, к чему я это все, господа, веду? То, что в преддверии, судя по всему, решения по процентной ставке, Центробанк, не знаю, закупает ли он валюту по такому курсу, честно говоря, это слабо верится, но мы видим, что валюта была, видимо, закупалась, потому что, еще раз говорю, индекс доллара падал, да, вот он падает, 10.30, 12 и падает, да, а по доллару-рублю мы видим картину совершенно другую, почему он у него вот переставился, вот, я понял, вот, смотрите, а здесь мы видим картину обратную, то есть здесь доллар растет по отношению к рублю. Значит, смотрите, что у нас происходило, господа, с нефтью. Нефть у нас фактически после того, как попыталась вчера выйти на 77.50, просто свалилась. Свалилась на 73.40, да, и сейчас она пытается восстановиться. На этом, соответственно, индекс доллара, в принципе, подсел, да, он, соответственно, не стал давить. Смотрите дальше, по облигациям. Облигации у нас, господа, немножко скорректировались, но, опять же, никуда они не упали, да? Что двухлетки, что десятилетки, да? Вот они, небольшая коррекция есть, но это не падение. После такого роста это чистой воды коррекция, да? А теперь давайте пойдем, значит, мы непосредственно в наш телеграм-канал и прочитаем, что же у нас такое произошло. Смотрите, давайте я вам сразу напомню, вчера мы ждали с вами сальдо торгового баланса, да, объемы экспорта из США и так далее, но самое главное, мы с вами сдали запасы сырой нефти США, да, они показали сокращение, я вам сказал, что оно было не настолько сильное, но оно было, и, соответственно, нефть выросла. Но был еще, господа, помните, я вам говорил, что мы ждем какое важное событие? Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от ЕАФ США. Он у нас выходил, господа, во вторник. А вот непосредственно, как говорится, эффект он оказал именно вчера-сегодня. Значит, смотрите, эти данные вышли в 2 часа 54 минуты вчера, то есть 3 ночи. И смотрите, что там было написано. Минэнерго США, решение ОПЕК+, не помешает росту мировой добычи нефти. Предполагается, что добыча нефти в мире будет продолжать расти. Смотрите, очень важно, господа, вот как надо работать с информацией. Смотрите, как тут очень важно прочитать каждую фразу. Предполагается, видите, вот эта фраза называется «предполагается». Это говорит о том, что это чистой воды манипуляция. То есть, на самом деле, это не факт, это highly likely, да, вот это любимая их, собственно говоря, стратегия. И, соответственно, это никакие абсолютно нереальные события, которые действительно могут повлиять. Это чистая словесная интервенция, притом чистая манипуляция. И дальше читаем, что добыча нефти в мире будет продолжать расти. Видите, как очень просто. То есть ОПЕК заявил о том, что они сокращают добычу, да? И тут же американцы
предполагают, что добыча нефти в мире будет продолжать расти, несмотря на решение ОПЕК плюс о сокращении производства. Согласно данным ежемесячного прогноза Управления энергетической информацией Минэнерго США, это тоже получается абсолютно фуфловая организация, которая как Bloomberg, как Wall Street Journal и так далее, не является никакой настоящей организацией, ну, организацией, которая действительно дает реальные данные, а просто занимается вот этим фуфлосоздательством вот этих всевозможных прогнозов, да, которые непосредственно влияют и давят на цены на нефть. Они, значит, по этой вот энергетической информации в стране ожидают увеличения на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Суточный прирост в 2024 году, притом, обратите внимание, господа, опять же, работаем с информацией, да? Как говорится, дьявол кроется в деталях. Обратите внимание, насколько ожидает увеличение на, собственно говоря, вот этот вот Минэнерго США. На 1,5 миллиона. А насколько сокращает добыча, собственно говоря, саудиты? На 1 миллион. И плюс там общее сокращение, да, России. 1,5 миллиона. То есть американцы своими словами тупо, еще раз говорю, смотрите, читаем четко, предполагается, но поверьте мне, во всяких там инвестбюллетенях, всевозможных там выступающих на РБК и прочее, они будут рассказывать о том, что, ссылаясь на эти данные, как уже на осуществившийся факт. Именно на этом будет, соответственно, будет корректировки цен на нефть. Мы видели, нефть упала. И все будут говорить о том, что это так и есть. То есть, на самом деле, вот эту иллюзию можно создавать, просто сказать фразу «предполагается», и все. И достаточно. То есть, грубо говоря, словесные интервенции, которые были сделаны ОПЕК, да, и саудитами, они просто перекрыли своими словесными интервенциями. Но мы-то помним, что физические сокращения нефти, они идут. И запасы мы увидели, да? Но просто вот такой вот тупо сбросом информации, почему вот как раз я когда вам тогда заострил момент, почему не был допущен ни Wall Street Journal, ни Bloomberg, ни Reuters на встречу ОПЕК. Вот именно за вот этих вот клоунов, которые просто тупо манипулируют этими данными. Суточный прирост в 2024 году, по оценкам ведомства, составит 1,3 миллиона баррелей. Кто это ведомство проверяет? Никто. Оно подчиняется только американцам. Там не придет, как говорится, представители ОПЕК и так далее, не убедятся в том, что они просто врут. Это просто не произойдет. В докладе указывается, что несмотря на продление сокращения добычи ОПЕК+, прогнозируется увеличение мирового производства жидкого топливного сырья. Его ожидают за счет производителей, опять же, ожидают, предполагают. То есть одно фуфло, вот просто реальное вранье, но оно влияет на рынки. Просто чтобы вы понимали, как управляются на самом деле рынки и как вот создаются потом прогнозы всяких аналитиков, а потом они почему не сходятся. Прогнозируется увеличение мирового производства жидкого топливного сырья. Его ожидают за счет производителей, не входящих в ОПЕК. Основными источниками роста станут США. Вообще вранье полное. Вот просто чушь и бред. У США сокращается добыча. Ничего у них не увеличивается. Вышки у них, даже по сланцевой добыче, только сокращаются. Более того, все американские компании, они фактически точно дали понять, что на самом деле они сейчас работают на своих инвесторов. Во время пандемии они очень сильно повлияли. Байден против них ввел кучу всяких там законов, которые их запрещало и не давало им развиваться. Поэтому это полный бред, это чушь, это вранье. Норвегия, у нее нет таких мощностей. Канада, туда же к США. Бразилия, Гайана. Короче, все это фуфло. Но это фуфло привело к тому, что в итоге мы видим результат. Цены на нефть упали. Вот здесь будет показательно. 77.50 и упали аж на 73.50. Ровно на этом докладе фуфловом, который абсолютно не имеет никакой реальности. Но вот таким образом и управляются рынки, господа. И здесь дальше, соответственно, подключался еще индекс доллара. Сейчас он ослаб, потому что цены сбили. Вот и все, что можно и нужно знать о сегодняшнем дне. И как вы понимаете, при таких падениях цен на нефть, безусловно, ослаб и рубль. И мы увидели, что, собственно говоря, Центробанк, не предпринимая никаких усилий, более того, мы видели также, что были какие-то, возможно, спекуляции, мы пока не можем об этом сказать, но сам факт, что в итоге, соответственно, конечно, курс вырос.
Но мы помним, что впереди у нас будет, господа, важное событие, о котором мы сейчас поговорим. Но давайте теперь разберем, что у нас было сегодня. Значит, смотрите, ВВП ЕС мы сегодня ждали. Сразу скажу, ВВП падает, рецессия в Европе, что и требовалось доказать. И, соответственно, это тоже своеобразный, скажем так, признак того, что экономики замедляются, а значит, соответственно, цены на нефть тоже при этом могут упасть. Мы это тоже увидели. А дальше было, смотрите, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Это был важный параметр, я вам говорил, что за ним будут следить абсолютно все, как говорится, и рынки, и, соответственно, валюты тоже будут на это влиять. Значит, здесь что получилось? Первичные заявки выросли, и выросли достаточно серьезно. Это был первый признак того, что вполне вероятно, что, соответственно, ставки можно будет приостанавливать. Потому что, скорее всего, типа рынок труда начинает охлаждаться, несмотря на то, что вакансии росли, мы помним, занятость росла, а вот, собственно говоря, заявки на пособие безработицы тоже выросли. И это был первый признак для того, чтобы как раз доллару немножко ослабнуть. И вот если мы посмотрим в районе 5 часов, 15.30 они выходили, простите, вот. Вот после этого практически началось основное ослабление. Вначале вот двигались на 104, потом к 11 начали постепенно спускаться к этим данным. И в итоге уже в районе 15.30, вот мы видим, после небольшой коррекции окончательно обвалились. Но это все временно. Это все быстро может восстановиться. И естественно, самое главное, это цены на нефть. Пока цены на нефть не удается выйти за 77, что усиленно делают американцы, это вам я уже рассказывал, объяснял неоднократно. Для новичков еще раз повторяю, что, естественно, доллар борется с ценами на нефть в короткой форме. Это для того, чтобы, соответственно, не давать возможность разгоняться инфляции. И плюс, соответственно, для чтобы Россия не могла пополнять свой бюджет для того, чтобы, соответственно, дальше развиваться и, соответственно, вести СВО. Поэтому здесь борьба идет исключительно в этих правилах. Мы это видим. И все сосредоточено исключительно на борьбе с нефтью, доллара и, соответственно, ту инфляцию, которая сопровождает этот процесс. В итоге, как я уже сказал, пособия выросли, это привело к ослаблению доллара, но видим, что, соответственно, при падении нефти и так далее, это никоим образом не отразилось на укреплении рубля. И я вам, естественно, говорил о том, предупреждал, что курс был искусственно сдерживаем и в этом диапазоне, и в этом диапазоне. И, соответственно, как только Центробанк перестал делать какие-то интервенции, мы пошли вверх. Это очень важно, сейчас мы к этому вернемся, господа. И, значит, давайте еще посмотрим, что мы сегодня ждали. Мы ждали Фед-баланс ШИД США, да, и остатки резервов федеральных резервных банков США. Это то, что непосредственно пока, как говорится, я не стал дожидаться, оно там вечером. И фактически это было связано, ну, как мы помним, с ситуацией с банковскими кризисами, с наличием денег, скажем так, в той чистой наличке, которая есть в Америке. И, соответственно, безусловно, тоже будет играть значение, но уже так, опосредованно, скажем так, да? Потому что, смотрите, американцы на самом деле сейчас не хотят печатать деньги новые, потому что они понимают, что это безумно разгонит тут же инфляцию. И они пытаются изымать всю ликвидность, те доллары, которые ушли из страны, обратно в казначейство. Вот за этим они поэтому постоянно следят, за этими остатками резервов. Ну и смотрите, господа, почему так важно то, что мы сегодня увидели по поводу ситуации со, скажем так, с отпущенным курсом, да? Сегодня там в канале, там тоже подписчики писали информацию, что Греф считает, что ставку поднимать не будут. А мы переходим плавно с вами к пятнице. Индекс потребительских цен завтра, да, что мы ждем от Китая. Потом индекс цен производителей Китая. Как вы понимаете, это как раз ситуация, связанная с инфляцией в Китае. И если она будет расти, мы прекрасно понимаем, что она вырастет и везде, и по Европе, и в США, и так далее. И это, естественно, тоже может сразу повлиять на укрепление доллара, потому что вероятность повышения ставки вырастет. И вот теперь мы подходим к ключевому моменту, который мы ждали на этой неделе, касаемо рубля и российского рынка. Решение по процентной ставке Российской Федерации, пресс-конференция Набиуллина и Центробанка Российской Федерации и индекс потребительских цен Российской Федерации. И, как я уже сказал, как говорится, Греф заявил о том, подписчики скидывали еще раз, напомню, в телеграм-канале, что он считает, что ставку поднимать не будут. А вот тут я не согласен с Грефом.
И сразу буду это дело обосновывать. Значит, первый момент. Во-первых, по поводу инфляции, да? Я вот не помню, сегодня я кидал это в телеграм-канале или все-таки вчера. Вот, смотрите. Минэкономразвития на текущий момент не видит существенных рисков, что инфляция выйдет за пределы прогноза ведомства в 5,3%. Это я скидывал в 2 часа 18 ночи. Что инфляция выйдет за пределы прогноза ведомства в 5,3% по итогам года, сообщил Решетников. О чем, господа, мне говорит эта фраза? Она говорит о том, что инфляция растет. И то, что Минэкономразвития успокаивает, он говорит о том, что инфляция не выйдет за пределы. То есть она растет, но она не выйдет за пределы по итогам года, сообщил Решетников. Вот и все. Вот этого, господа, мне было достаточно для того, чтобы понимание иметь о том, что с большой вероятностью Центробанк будет поднимать ставку. Смотрите, обосную еще несколькими моментами. Первый момент. Во-первых, мы видим, что мы приближаемся к той самой точке отскока, да, 83.50, которую не пробивали, не давали выйти. А мы туда уверенно двигаемся. И, соответственно, там может опять начаться корректировка по курсу. Во-вторых, смотрите, перед самым решением по Центробанку, да, обратите внимание, вот, кстати, скорее всего, еще почему начали разгонять курс, что, скорее всего, обосновывается на этих ожиданиях Грефа там и прочее, да, что ставку поднимать не будут, а значит, соответственно, доллар будет укрепляться. Но, господа, мы получили только что информацию, инфляция растет, первый момент. Второй момент, смотрите, нефть падает, да, еще один момент. Ситуация, которая складывается с СВО, да, она сейчас идет, можно сказать, в пиковое развитие. Там фактически начался вот этот тот самый контрнаступ. Соответственно, бюджету, безусловно, нужны деньги. Но, господа, весь вопрос заключается в том, что Россия сейчас за счет продажи больших объемов нефти компенсирует выпадающие доходы бюджета за счет объема вместо роста цен на нефть. Поэтому рост цен на нефть получается для России сейчас в данный момент не настолько, как говорится, первостепенен. А вот сдерживание инфляции это будет очень важно. Это первый момент. И второй, обратите внимание, два дня подряд Центробанк перестал сжечь золотовалютные резервы. А это значит говорит, что он тоже не собирается их просто так пережигать. А это самое будет, как бы, соответственно, правильное тогда решение. Опять же, поднять ставку. Поэтому я больше чем уверен. Если я до этого вам все время говорил о том, что я знаю, я уверен с тем, что Центробанк не будет поднимать ставку, то в данный момент я уверен, что будет. Еще раз, естественно, повторяю. Я не Ванга, не предсказатель, я не гадатель на кофейной гуще. Поэтому я не говорю о том, что будет обязательно так. Я не говорю о том, что как я сказал, так и будет. Нет. Ситуация может быть абсолютно любая. Но исходя из той рыночной конъюнктуры, из той ситуации, которая складывается, я вижу именно этот шаг более логичным. И вот дальше, как только, как мы помним, да, заявит Центробанк, например, о том, что будет повышать ставку, а мы помним, про инфляционные риски растут, только что я вам показал, что Минэкономразвитие говорит о том, что они уверены, что за ключевую ставку, вот не ключевую, вернее, процент вот этой инфляции не вырастет, но она растет. Он же четко говорит о том, что она растет. Поэтому, соответственно, с вероятностью большой, что все-таки ставка будет поднята и может возникнуть, как только, как говорится, заявит Набиуллина, да, опять вот такая распродажа. Ну, не такая прям может быть, конечно, сильная, да. Но мы помним, что на этом произошла сразу продажа валюты и в огромном объеме, сразу. Мы помним, что и Центробанк это делал. Это, естественно, приведет к такому искусственному, скажем так, опять же, укреплению по рублю, да. Ну и надо учитывать, господа, что на следующей неделе ФРС принимает решение по ставке, и России надо действовать на опережение. А опять же, возвращаясь к вопросу, почему у меня такие выводы еще, да, мы вспоминаем вчерашний день. А вчерашний день, господа, был ключевой момент, ключевое значение. Канада подняла ставку на 0,25%. Хотя все ждали, что ничего никто поднимать не будет. И это тут же сигнал о том, что ФРС, скорее всего, сделает то же самое, о чем я все время твержу. Поэтому России придется действовать на опережение.
Соответственно, так как говорится, решение по процентной ставке Российской Федерации проходит на этой неделе, а у ФРС на следующей, уже у России тогда не останется вариантов, собственно говоря, до следующего принятия ставки, повлиять на это решение, если Америка это сделает. Поэтому я больше чем уверен, на опережение Центробанк России подымет ставку. И в связи с этим мы, соответственно, увидим корректировку по курсу. И вот тут, господа, гадать, куда он упадет, становится гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Давайте посмотрим по непосредственно нашим, скажем так, коридорам, да? Но давайте, знаете, как сделать? Давайте вначале посмотрим по целям. Куда мы можем уехать, например, по доллару-рублю. Ну, то, что вернуться 81.50-81, это как бы вполне реально. Но я думаю, что может быть вариант вообще на 79.50-80.50. Еще раз говорю, мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще. Мы сейчас примерно выстраиваем картину примерного диапазона, куда курс может уйти. Потому что я не верю о том, что его все-таки полностью, как говорится, отпустят. И он уйдет там в район 84, например, 50, 83, 50. Еще раз говорю, технические цели такие есть. Я исхожу из не технических показателей, а из данных фундаментального анализа, прежде всего, и, скажем так, экономического. Да? Поэтому 79.50, 80.50, я думаю, вряд ли ниже. То есть, на самом деле, смотрите, коррекция может составить, вот если брать чисто технический, как говорится, аспект, да, вот она, первоквартальная так называемая коррекция, да, вот обратите внимание, мы ходили ровно до нее. Теперь она сместилась в район 78, то есть 78-78.50, вот, и 79, наверное, вот так вот, вот в таком диапазоне, соответственно, вот сюда может упасть. Вот сюда. Если рух неожиданно все-таки Центробанк, как говорится, примет решение, и к этому подключатся дополнительные силы там, продажи спекулянтов и так далее. Смотрите по евро. Здесь обратите внимание, кстати, вот это, помните, аномальное снижение на 81. А вот если мы посмотрим по евро конкретно, по технике, как было, когда вот тогда была принята ставка, да, то, что она осталась неизменна, но было заявлено о том, что, возможно, она поднимется. Мы ушли на первый квартал. Это было вот так же, как и вот по доллару. Обратите внимание, ровно тот же уровень отрабатывает. 83. В данном случае это 84.50. То есть вот, вот сюда, например, да, 84.50, 85.50. Вполне такой вариант возможен. Годовая цель исторически еще ниже, там в районе 82, где вот здесь мы были. Такой как бы вот сигнал у нас был, но мы помним, это все было моментом, все выкуплено. Поэтому я бы пока отталкивался от этих значений. Дальше смотрите. По юаню. Обратите внимание, как я вам и сказал, что как только Центробанк перестанет проводить интервенции, за 11.50 мы сразу можем выйти. К 11.50 мы вернулись, а вышли еще выше, на 11.61. И на самом деле, если интервенции начнутся, то вот смотрите, опять же, обратите внимание, опять же берем первый квартал, опять он очень показательный, вот этот уровень. Мы до него и ходили, уходили, правда, чуть ниже, на 10.90, но остановились мы именно к нему, да? То есть это в районе там 11.10. Здесь это примерно 11.20. Ну, и я думаю, что если вот ходили до этого уровня, то можем, конечно, сходить и на 11.05, 11.10. 11.10, 11.20. Вот так вот, скажем, можно рассматривать вариант. Значит, смотрите, господа, верхний диапазон пока рассматривать не буду, но на самом деле это, если, соответственно, укрепление доллара продолжится, то это может выйти, естественно, к 83.50, откуда все, собственно говоря, и скорректировалось, да? То есть, соответственно, 82.50 низ, 83.50 вверх. По евро, соответственно, ну давайте вот здесь сразу посмотрим. Значит, смотрите, по евро, соответственно, это будет 88.50 низ, 89.50 вверх, ну и цели тут подтверждаются. И по юаню, соответственно, тоже, смотрите, 11.75 и 11.65, то есть вот в этой зоне, соответственно, тоже. Вот такая, господа, картина складывается по валютам. Еще раз говорю, беру только исключительно основу в данный момент фундаментальную. По технике мы посмотрели диапазоны. Но по факту, вот то, что ожидаю. Поэтому на самом деле с долларом сейчас есть вероятность, что лучше пока позиции позакрывать.
Вот честно. Он может еще немного укрепиться, но чем выше он поднимается, тем вероятность того, что он развернется, она растет. Поэтому будьте осторожны. Даже если он там чуть выше уйдет, вы ничего не потеряете. Вы потом все равно с коррекцией сможете все равно все это дело подобрать. На данный момент я жду именно коррекцию по доллару, а никак не дальнейшее продолжение роста, как я вам и говорил. И основываюсь это прежде всего на решении и, соответственно, сигналов. Потому что ЦБ может и не, допустим, скажем так, не поднять ставку, но они могут дать сигналы, что они ее поднимут. И это тоже сработает. Поэтому вот такая, господа, картина получается. На этом, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. И, соответственно, будьте в курсе всего, что там происходит в нашем канале, потому что, как вы видите, и ночью, и днем, и утром всегда вся самая важная информация там всегда присутствует. Также напоминаю, что, естественно, будем делать обзор каждого события, потому что вы видите, да, буквально за эту неделю я сразу предупредил, что будет изменение сильное по курсу, так оно и произошло, и, соответственно, в пятницу, естественно, будем подводить итоги, как обычно, подведем все вот эти события, как говорится, в общую картину, а в воскресенье сделаю обзор следующей недели, она очень будет, господа, серьезная, насыщенная, там будет прежде всего решение процентной ставки ФРС США, которую все, безусловно, ждут, и, собственно говоря, конечно, будут колебания по доллару очень сильные, поэтому, еще раз говорю, с большой вероятностью здесь произойдет коррекция, с большой, и, в принципе, это будет абсолютно обоснованно, не технически, хотя тут техника тоже, в принципе, это подсказывает, а именно прежде всего, при том, кстати, вот смотрите, если мы вернемся к волновому анализу, смотрите, 74.50 и даже 70 рисуется коррекция. Вот так волновик видит возможные варианты коррекции, и он их ждет так же, как и я. Так что вот так вот, господа, поэтому если не хотите ничего пропустить, понимать, что как работает и знать заранее, да, то есть мы вот сейчас видим курс здесь, а я вам уже говорю о том, что с большой вероятностью мы будем как минимум вот здесь, или вот здесь, поэтому, соответственно, если хотите знать об этом заранее, а не получать, как говорится, уже по факту, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.